Добрый день, кто ко мне зашел на канал. Зовут меня Валентина. Я сегодня сделаю обзор вот именно фирмы МВЭРской, которым я пользуюсь постоянно. Больше 12 лет и очень довольна этой продукцией. Тем более, что сейчас идет предпасхальная уборка дома. Нам нужны все эти средства убраться, освежить в квартирах. Поэтому давайте посмотрим мой обзор, что я прикупила. Приобрела вот такие вот губки, металлические губки. Вот в этой упаковочке 4 штучки. Очень они долго служат. Мне они очень нравятся. Такие мягенькие, такие не царапают. Очень даже хорошие губочки. Их 4 штучки вот такой вот упаковочки. Стоят сейчас они 410 рублей. Вот такая упаковочка. Это 4, это где-то 105 рублей одна. Сейчас появились новые вот такие губки для посуды. Здесь 4 штучки. Их легко, они промываются. Подходят для антипригарного покрытия. Вот губки для посуды написано. И очистки загрязненных поверхностей. Изделия. Значит, сейчас изготовитель посмотрим. В России. Размер губки 96 на 3 на 64. Так, состав поролон. Сейчас покажу вам такая вот такая вот, но она очень такая приятная, вот хорошенькая такая губочки. Их здесь упаковочки 4 штучки. Спрей для предварительного выведения пятен, он был вот таких вот маленьких, он мне долго прослужил, очень даже долго, скажу. Вот этот спрей сейчас он вот такой большой по сравнению, вот видите, какой маленький здесь, а здесь 400 миллилитров. Вот такой вот объемистый. Стоит он уже сейчас 705 рублей. Но если с доставкой, он, конечно, стоит немножко дороже. Также я сегодня приобрела в этой фирме вот такое многонациональное чистящее средство. Вот, как видите, МВЭРское. Вот. Оно для всего подходит. Для уборки и мебели, и полов, да всего-всего-всего. Но немножко я в нем вот в этом разочарована. Уборку он производит отлично, но пятна на диване он меня не вывел. Может быть, такие пятна были застарелы, но я вроде бы не допускаю. Но для пятен я бы, конечно, его не советовала. Для уборки, да, очень хорошее средство, просто бесподобно. Я даже всем рекомендую, у кого дети есть. Густое оно средство. Сейчас вот даже налью. Я уже вот пользовалась. Смотрите. Вот такое вот оно. Такое густовато, прозрачное такое средство. Вот. Не имеет такого специфического запаха. Вот. Концентрированный, его нужно разводить, как я сказала. Вот написано на этикетке, как его разводить. Ну, я развожу в 4 литрах, это 30 миллилитров развожу. Так, не содержит красителей, консервантов. После уборки нет, не оставляет никаких пятен, следов, запаха нет. Но он имеет такой аромат, но не такой уж резкий. Так что очень хорошо, особенно у кого дети. Это прекрасное средство. Но как пятновыводитель, как... В прошлом был Локи, я, конечно, в нем не заметила. Вот это вот недостаток вот этого нового Лока. Сейчас я бы хотела поговорить вот о глистере, кто пользуется. Это ополаскиватель, очень даже я рекомендую, кто не пользуется, обязательно пользуйтесь. Он в таком вот флакончике 50 миллилитров с таким вот стаканчиком. Вот, и открывается и пшикалка. Значит, я пользуюсь... Вот уже вот этот флакончик, вот мне, как видите, уже половина вот этого флакончика, половина. Мне хватает его на год. Вот это полгода прошло, и еще останется мне на полгода. Чтобы я... Плюсы. Оно очень экономное. Зубы чистые с утра и до самого вечера. Такой свежести так остается. Вот налет
не наблюдается на зубах, не воспаляются десна. Если кровоточивость у кого, это очень даже хорошее средство. Как такое свежее миндаловое дыхание, такой приятный сладковатый вкус. Это я его называю использую. Зеленый дракончик, освежает который дыхание и стоит на страже нашего здоровья. Поэтому у кого воспалилась десна, флюс образовался, просто пшикнуть на десну и на сам зуб, и сразу уже боль сразу утихает. Но надо, конечно, потерпеть специфически, конечно, вот этот сразу ментол сразу ощущается на деснах, но это ничего страшного. Против боли зубной, я думаю, это ничего страшного. Как я использую? Сначала я использовала, конечно же, использовала неправильно. Я сейчас покажу, как нужно пользоваться, и ваши десны и зубы будут всегда в порядке. Флакончик этот удобный, очень даже закрывается крышечкой. Стаканчик я всегда его промываю, вот так одеваю, он у меня всегда стоит, как говорит, на страже моего здоровья. Это средство для кухни, которое чистит все, решетки, плиты, все что угодно. Вот такой обзор я хотела бы вам показать сегодня по фирме Вэй.